Да нормально этот конкурс, просто нужно убрать из его названия слово «музыкальный» и все. Оставить просто, ну, как бы конкурс какого-то шоу, чего-то ради чего-то. Все понятно, что он политический. Социально-политический конкурс Евровидения. Не надо там трогать музыку. То есть песни не имеют ни малейшего значения, это все бред, это все уже давно очевидно. И если вот это слово уберут, то тогда вполне нормальный конкурс. Давайте в него дальше играть, ха-ха, смеяться, либо радоваться. Но поймите, нельзя людей отправлять как в космос. Нужно относиться к этому конкурсу гораздо легче, чем мы относимся. Просто. И все. И сразу все станет на свои места. Не надо его так обсуждать. Никто его там не смотрит.